чтобы в этой жизни быть в тонусе, чувствовать ее, очень важно оставаться немного ребенком. Наш сегодняшний гость знает это как никто другой, и он готов поделиться с нами этим важным секретом. У меня в жизни была одна встреча удивительная. Это встреча с великим клоуном Юрием Никулиным. И я спросил, я занимаюсь с детьми, как быть с ними, как быть с ними на равных. Он сказал, ты должен быть клоуном. Я говорю, то есть как, все время представляться? Он говорит, нет, дело не в этом. Клоун — это всегда загадка. Ты должен каждый день приходить к ним с чем-то новым, быть секретом. Они должны от тебя это ждать. А ты этот секрет должен очень хотеть им отдать. Вот в этом, наверное, и есть вот такой всегдашний тонус, в котором я нахожусь. Будьте клоунами. Эксклюзивное интервью с Александром Федоровым уже в эту пятницу на волнах Радио 1. Все подробности на нашем сайте radio1.news. Будет еще интереснее.